Хорошо. Смотри, как дядя красиво машет нам фуражку. Видишь,
бирники, дядьки, такие, такими шапками белыми. Видишь, нам машут. Они уплывают. А да не бойся, потому что я же с тобой. Кораблик уплывает. Все. Гуляш, посмотри, как кораблик красиво плывет. Он же больше не гудит. Посмотри, как плывет. Больше не гудит. Видишь, дядя? Больше не гудит. Это просто вот такой большой, поэтому говорит, до свидания вам. До свидания. Я к вам еще приеду. Видишь, чайки летают. Птички. Они тоже говорят, вот смотри. Все с ним прощаются. Сними нас нахер. Уленька. Улыбнись, солнышко. Ну-ка еще раз улыбнуться, Оленька. Тима Кочонок. Деточка. Уля, Уля, посмотри сюда, Ульян. Смотри скорее, смотри скорее. Молодец. Эй, все. Дочка, ты хотя бы посмотри. Нет, 1795 это, по-моему, основание города Калининград, а корабль был спущен в 1926 году на воду. Да, вообще мы все провожают. Это, по-моему, насколько я знаю, единственный уцелевший этот самый. Это большой. Большой. Поэтому так и разговариваем. Это не бойся. Она сказала пока.
Смотри, там просто показано. Смотри, уже все. Уже все. Видишь, уже. Да, ушки. Ушки просто ручки положи. А уже больше не надо. Не надо больше плакать. Уже больше. Сейчас пойдем на детскую площадку. Там горка есть. На горке видишь, как это? Вот, там какая лапа, ничего есть. Можно пойти туда? Там ты еще видишь, куда? Как он уходит. Ну, пойдем прогуляемся. Куда уходит? Ну, сейчас пойди. Там особо видно, ничего такого не будет. Ну, мы пройдемся туда, посмотрим, если будет видно. Олюшка. Ты испугалась? Где папа? Котенки. Где папа? Ты испугалась? Нет. Молодец. Thank you.